know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Всем привет! Сегодня я снимаю влог, потому что сегодня супер-мега крутой день. Мы вечером идем на концерт. Кого концерт, я вам не скажу. Обязательно досмотрите видео это до конца, и вы увидите, на чей концерт мы идем вечером все вместе. Скажу одно, это девушка, это певица, которую мы с мамой очень любим. Мы за ней наблюдаем очень давно, за ее карьерой. Поэтому, когда я маме сказала, что она к нам приезжает, она очень обрадовалась и захотела пойти. И вот мы идем сегодня, я собираюсь, у меня сегодня выходной, завтра тоже, вообще супер круто так совпало, и сегодня целый день у меня сборы. Сейчас я иду на почту забирать свою посылочку. Я заказывала несколько предметов, что именно сейчас придет, я не знаю. Я очень надеюсь, что это будет помада, матовый блеск, который я заказывала, он такой вот винного оттенка, и как раз в самый раз будет мне сегодня вечером, и я очень надеюсь, что это он пришел. Я еще заказывала патчи под глаза, это тоже, в принципе, будет неплохо, я сейчас могу их наклеить и преобразить свои мешки под глазами, которые у меня очень сильно что-то последнее время, я не высыпаюсь или что, но последнее время они мне достаточно ярко выраженная, но было бы круче, если бы это была бы помада, и она бы мне сегодня бы точно бы пригодилась. Поэтому я вас беру с собой, я надеюсь, вам будет приятно со мной провести этот день, так что погнали. Вот такой вот у меня лук, очень быстрый, на скорую руку. Кстати, сумочку я заказывала на AliExpress, она пришла, на удивление, очень хорошего качества. Я уже вторую сумочку заказываю с AliExpress, и в принципе неплохо, такая вот она круглая с кисточками. Я обязательно, сейчас дойдет мой заказ, еще побольше насоберется заказов с сайта AliExpress, и я сделаю видео и обязательно вам покажу поподробнее, поближе. Кто спрашивал про мои очки, вот такие вот зеркальные, я их брала в магазине Дива, это сеть магазинов, поэтому я думаю, что в вашем городе он может быть. Если кому-то приглянулись и понравились такие прикольные очки, вы знаете, где их искать. В общем, погнали! На удивление, на улице очень тепло, моя тень. Май очень-очень теплый в этом году. Правда, это удивительно, потому что в том году я еще в курточке ходила. Кто не знает, я живу в Заполярье, в Мурманске. И сейчас у нас где-то 17 градусов, и для Мурманска это очень-очень много. Я тут запыхалась, иду вверх. Здесь тенечко. Хорошо так. Я, кстати, сделала такую греческую прическу специально, чтобы, когда я распущу, будут такие локоны классные. Я пенкой сделала, водичкой так немножко, влажные волосы. Крутые будут локоны. Это помада. Девочки, я чувствую, это помада. Ура, я прям очень рада. Сейчас буду распаковывать и вам покажу. Короче, вот такая вот помадка, блеск. Цвет такой же пришел, но по ходу дела она не матовая. Хотя на коробочке написано мат. Ну, может быть, она засохнет, или мат имеется в виду, что без блестков и без шиммера. Такой вот у меня оттенок. А нет. Короче, я прошла. Немножко, минутка, наверное, прошла. Она еще на ветерке тут обдувает. Она матовая, она засохла, прям матовая такая, бархатная. Так, я уже пришла домой, и, в общем, еще раз попробовала на руку, чтобы вам показать. Вот такая вот, такой вот блеск, он абсолютно матовый, он засыхает
буквально за, не знаю, за секунд, наверное, 10-15, вот такая вот упаковочка пришла. Все нормально, в общем, пришло то, что я именно заказывала, именно тот цвет, который мне нужен был, который сейчас вообще очень актуальный, вот этот вот винный цвет. И вот такой вот, в общем, вот сейчас я вам покажу, что это за оттенок, если будет видно. Потому что там был не номер, а именно вот как буковки. Это, кстати, не китайская помада, а вроде бы американская косметика. Кстати, вот мой маникюрчик. Покажу вам, какой у меня будет сегодня маникюр, как раз под платье. Делала такой вот, это новый гель-лак, про который я вам рассказывала о моих покупках. Вот, и он действительно очень пигментированный, очень такой хороший, густой, никуда не растекается, вообще просто не капризный абсолютно лак. Мне он очень-очень понравился именно в работе. А вот как будет на носке, мы посмотрим. Всего лишь я один день, только первый день. Такие вот блесточки там, ну они такие вот очень красивые. В общем, я пойду сегодня на мероприятие и как раз нанесу этот блеск. Он сейчас как раз у меня на губах, но пока ничего не могу о нем сказать. Я на мероприятии буду кушать, буду пить, и будет видно его качество. Сейчас могу только просто продемонстрировать, как он лежит на губах, как он смотрится на губах. Юлиана Караулова, друзья! Ну что, начнем? Начали. Все танцуем, отдыхаем. Хорошо? Громче музыку, пожалуйста. Я не люблю задыхаться тобой. Я твоя не потому, что хочу, а потому, что так нужно обоим. Ходить ко мне, перестань, иди к врачу. Спутники туда не показывают. Улучшайте. И тебе не нравится она так просто. На перекрестке я не увижу силуэт. Может, пройдет немного лет, высохнет тебя. Ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты целуешь меня, а еще я банальная, да такая, как все. А ты не такой, ты другой, с тобой себе я позволю.